И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на фьордах, и сегодня мы пойдем за артефактом. Артефакт of the Massive. Забыл, как он называется по-русски, что-то массив, чем... Масса... Не знаю, в общем, короче, пофигу. Координат пещеры 71-60... Ой, а это ж подводная пещера. Нет, значит, не за ним пойдем, а пойдем за другим. Но... Да что ты, не ту кнопку нажал. Смотри, что есть у меня. О, красота. Черт побери. Установил все именно... Ну, практически все ресурсы, мне потом просто надоело. Вроде бы элемент еще оставался, да, можно было как-то продолжить все, но мне что-то надоело, я пока решил оставить так. Установил, наконец-то, депозит, который можно складывать все ресурсы, и здесь... То есть подходишь к Диносам туда, и все ресы туда складываются. Вот, из не влезших ресурсов это только вот эти. Ну как не влезших? В общем, то, что было, то и налепил. Еще залутал Раптор Клауса, вот с него, точнее с его дропиков. Ну-ка, давай посмотрим, что нам тут выпадет. Кенгурятина и Карнотавр. Я их переделываю, все пытаюсь найти либо... либо рыбу. Короче, либо водного, либо летающего пытаюсь найти. Потому что так они выглядят более органично. Вот как, допустим, Грифон. Пелагорнис... нет, Ихтиорнис выглядит как говно. Вот. А вот и Пелагорнис. Или Пелагорнис у меня был. Ну-ка... Не, Пелагорнис до этого был. Ну, отвратительно, честно. Вот, поэтому, да. Поэтому я их всех и перемалываю. Так. Зажечь. Ждем чуть-чуть и все. Ну и здесь скорость передвижения. Тоже на кого-нибудь можно будет сделать. Кротокрыс, конечно, да, это просто офигенно. Куда это можно скинуть? Вроде бы сюда и, да, скидывал. Ну, допустим. Допустим, будет, короче, здесь. Это выкинуть. Так, куда же мы пойдем? А, точно, погоди. Во-первых, во-вторых, я все переместил сюда. То есть здесь выровнял площадку, все станки переместил сюда. Пускай здесь стоят, какая разница. Во-вторых, появилось еще одно яйцо. Вот, 228 левел. Кстати, а ты какого левела? Изначально 221. Вот, 228 левел. В общем, урон 39. ХП 34, ну, в общем, неплохо. Вот, наконец, как говорится, появилось еще одно яйцо. Вот, до сих пор идет инкубация, ну, пускай идет. Мне пока что выращивать их не к чему. Не к спеху, скажем так. Вот, ну и я немножко подобрал элементы, и элемент посоздавал. Вот, здесь у меня стоит также все генератор. В общем, потребляет он очень мало осколков, поэтому несложно, так сказать, все это дело добыть. Так, ну а куда мы сейчас пойдем? Слушай, а давай лучше погоняем по пещерам без артефактов. То есть не артефактные пещеры, а просто какие-то пещеры. Какие? Да любые. Ну то есть те, которые я не посещал. Так, здесь у меня чисто просто кружка. Куда? А, вот. Господи, все еще пытаюсь порой очень сильно найти, куда я оставил. Какие станки. Все. Погнали. Начнем с зимки. Не, про зимку говорили, что там, так сказать, нужные мне рецепты могут много дропнуться на седло Гиги. Там и пошаримся. Но для начала хочу показать ту пещеру, которую я уже посещал не раз. Там, оказывается, есть дроп. Сейчас не знаю, заспавнится он или нет, но погнали туда. Вот, ну это пещера. Здесь мы уже бывали. Здесь я элемент шарты добываю. Как видите, ничего не заспавнилось, так что, как вариант, дроп здесь не заспавнился. Дроп, он, если не ошибаюсь, или вот здесь, где свет, или где-то вот в этом месте. Ну, в общем, где-то вот на вот этом пути он спавнится. А вот,
Вообще было тупо. Я уже загрузился. Вот здесь добывал последние кристаллы красные. И точно, вот он здесь-то заспавнился. Добывал уже последние кристаллы. И это... уже собрался телепортироваться. А здесь, смотрю, дроп стоит красный. Ну, я, недолго думая, сразу же к нему из круга телепортации и горцанул. Да, собственно, раз ресурсы не заспавнились, то и дроп, соответственно, тоже. Так что... Провисончик, да что ж такое-то? Как-то долго. Ну, тогда погнали в зимку. Следующий в списке Unnamed Emerald Rich Cave. Если не ошибаюсь, здесь вообще, можно так сказать, ничего нету. Ну-ка, что здесь вообще можно-то добыть? Здесь вроде бы... Ну, это, короче, как кристаллы. Просто зелененькие. Здесь, если не ошибаюсь, просто... Ну, кстати, вроде бы здесь Десмундус водится. А так, вроде бы, это просто обычная пещерка. Если б я не ошибаюсь. Да, вот десмодусы. Металл, мобы и ничего такого. Да. В общем, ничего серьезного. А вот только вот это все. Так, единственное, что... Давай глянем в воду. Мы глянем в воду. О, там в воде что ли эти водятся? Эй-эй-эй-эй-эй. Или это рыбки были? У меня светились. Да нет, вроде бы жемчуг здесь и водится. Ну-ка, давай спустимся. Да, вот он, жемчуг. Ну, прикольно. Так что, хоть что-то. Ну, мне он пока что ни к чему, но... Будем знать. Погнали в следующую пещеру. Unnamed Wardyland Cave. Если не ошибаюсь, здесь мы уже бегали. Где-то здесь, вот он, вход. Здесь вроде бы вообще ничего. Ну, типа место под застройку, не более. И сова. Заблудившийся. Вылезай, ты свободна! Дура тупая, залезла же в пещеру. Там жрать же ж нечего. Дальше погнали. С таким же названием пещера. Здесь я вроде бы не бывал. Ой, ты что за потолок подцепился? Ой, здорово! Ну да, здесь я точно не бывал. Так, давай ты не будешь цепляться за потолок, пожалуйста, да. Нифига ж непонятно, где я лечу. Так, на пол. Отлично, красава. Погнали посмотрим, что здесь. О, добрый вечер. У вас тут тусовка? Меня, походу, дело здесь не звали. Так, тут даже ресурсов-то нет. Ну, здесь место под застройку. На ПВП, типа, и нормально, да, нормально должно быть. Это случайно не черепа? Не, камешки обычные. Ну, по идее, для ПВП нормально. Ну, узкий проход, тяжело пройти, хорошо застроиться, много турелек, все дела, бла-бла, вот это все, короче, да. По идее, для ПВП. Плюс вот несколько поворотов, то есть в нескольких местах можно застроиться. Но... Только со стратегической стороны есть смысл ее рассматривать. Да, погнали дальше. Двернхейм. Ну, здесь, если не ошибаюсь, это то место, да, это то место, где я томил... А, ёб твою за ногу! Пещера не прогрузилась, ну нафиг. Ну нафиг. Где я томил Дезмода. Так что пролечу по пещере, поищу сам. Чего вы здесь не видели, я уже сколько раз бегал. Ну и выход из этой же пещеры, там, где мы призываем, точнее, телепортируемся на арену дракона. И вот, собственно, когда я, откуда я первый раз и заходил.
А теперь к вроде бы последней пещере в Зимке. А вот и не все. Дверхейм Кейв. Так написано. Hidden Cave Inside Dwarheim. То есть это скрытая пещера, которая находится здесь. И что-то по скринам около какого-то фиолетового свечения. Типа вот такого-то просто ты что тут приземлился. Но координаты, да, что я вам рассказываю, скрин-то вы и так видите. Координаты очень смахивают на вот эти. Ну-ка. Что-нибудь здесь открылось, появилось? Ни черташечки не видно. Нет, здесь не появилось. Ну, блин, координаты 86-85. Ну-ка, давай еще разокчик. Может, выше? Интересно. А вы что, к потолок? Ладно, поищем. Вот шла шар, а. Не, координаты правильные. Ну и ресурсов добыл заодно. Но вход в пещеру сверху. Ай, долбаная срань. Ну, алло, а чё у меня камера забаглась? Просто не хотела вниз спускаться. Вот та самая пещера. Да, посмотрим. Вот опять. Камера что-то баганулась. И етишки на радость. Да тут еще сколько места. Ну да, это тоже место. Вот это место я, значит, видел. На видосах место под застройку для ПВП. Бла-бла-бла, вот это все, короче. Да, не кислое место. Дофига тут всего. Что у нас тут есть? Ну, блин, прикольно, Таркинус большого левела. Конечно, мне нафиг не нужны, но вот я бы дропик бы поискал. Месторождение газа. Прикольно. Но какие-нибудь дропики бы найти, было бы поинтереснее. Хотя, ё-моё, тут все так сверкает, все так блестит. Сомневаюсь, что я что-то здесь найду. Ну-ка, гамма. Вот, дефолтная гамма. Тут так светло. Блин, не знаю, днем на карте, наверное, не так светло. Ладно, давай поищем. Вдруг найду. Не только змей. Нифига, короче, там не нашел. Думал, что пару рун нашел, но в итоге поднял одну. Оказалось, я ее несколько раз и видел. Ну, либо я еще одну не хотел. Возможно, дроп не заспавнился, что здесь, что там. Да, возможно. Но я сколько уже здесь летал. По идее, это все должно было прогрузиться. И, ну, до этого, я имею в виду, летал. Так что, черт кто знает, может, здесь реально дропов-то и нету. Ладно, погнали дальше. И это у нас Bulb Jord Cave. Да, зимка закончилась. Зимка над землей, так сказать, над водой, если быть правильно, закончилась. Как же тут ни черта не видно? И это еще и с гаммой у меня ни черта не видно. Ужас. Не, давай дождемся утра. Я просто ни черта здесь не вижу. Вообще есть что здесь, нет что здесь. Здесь два входа, это я уже понял по этим. Но... вроде бы здесь ни черташечки нету, да? Блин, не вижу. Ладно, чуть-чуть осталось. Ждем. Нифига себе чуть-чуть. Ждал. Потом додумался посмотреть на время. Точнее, как додумался? Я вспомнил, что я слышал Клауса. Раптор Клауса. Ну да, здесь ничего нету. В общем, пришлось время ускорить. Но да, здесь ничего нету. Здесь просто тупо место под застройку. Блин, нас сложно сказать, здесь два входа. Нормальное ли здесь место? Два входа и сверху вот это. Ну, не знаю, нормальное ли. Ну, а сейчас летим в Асгард, зимка закончилась. Этот островочек закончился. Летим в Асгард. О, в Асгард, господи.
место, где расположен типа Асгард. Когда смотришь на карту. В осень, если по-простому говоря. Какая-то тупость. Ну, в общем, название вы видите, но почему на карте ресурсов это обозначено как пещера? Вот это пещера. Я здесь попробовал куда-то взлететь, здесь попробовал, там вообще вода. В общем, везде вода, и входа нет нифига. А какая-то тупость, короче. Если знаете, что здесь, в чем прикол, напишите в комментариях. Какая тупость. Ладно, погнали дальше. Snow Globe. Вот так примерно выглядит пещера. Так стоять. И вот здесь примерно... Да что ж ты успел-то прогрузить эту пещеру, когда не нужно. Вот здесь-то это... Ну, кстати, не сразу заметил вход. Ну, он такой, блин. Снег в снегах, не часто сразу это и заметишь. О, это что такое? А, просто камешки, да? Просто камешки. Оп, добрый вечер. Да пошел ты, ну ёптываешь за ногу, ну, там очищи ты его уже, что ж ты не хочешь убивать, отлично, красава. Ох, подземное озеро, медведяки, волки, в общем, по идее, ничего интересного нету. Зато есть Ферроксы. Ферроксы, это прикольно. То есть, по идее, это место, где притомить Ферроксов можно. Подземная пещера. Так. Экспа. Да ёптвуешь. Ты как оттуда вылез, а? Блин. Долбанный медведь. Из-за него хапнул это все. Так. Ну, здесь, по сути, только, как я понял, Ферроксы. Но у меня сильное желание погрузиться на дно и посмотреть, что там. Только нужно где-то припарковаться так, чтобы потом было легче забраться. О, жемчуг. По идее, они не должны меня атаковать. Ферроксы, короче, и жемчуг. Ну, тоже неплохо. Есть что подлутаться. Не зря я хоть здесь шлындал все это время. Неплохо. И очень много саблезубов. Прям очень много саблезубов. Прям крайне много саблезубов. Эй, у меня нет элемента. Иди нафиг. Знаю я тебя. Какой ты становишься. Недружелюбный. Ладно. Погнали дальше. Самсовушки тусуют. Hidden Snow Cave находится под замком. И интересно, она соединена? Отлично, вода, блин. Интересно, она соединена с пещерой, которая в замке. Там же в замке тоже что-то есть. Так. Думали, я не пройду воду. Ха! Так. А походу дело не соединено. Или погоди. Или погоди. Так. Очень много всяких камешков, конечно, тут валяется. Ни черташечки не видно. Так, ладно. Сейчас сначала сюда будем. А, не, походу, дряд добывал. Тут прям со всех сторон, да, кто окружено, и это чисто вот пещерка. Возможно, я с каким-то другим местом путаю, которое видел в видосах. Возможно. Потому что здесь, как бы, вход через воду и так далее. Возможно, я это и попутал. Ну ладно,
еще ресурсы. Ну, только камень выкинем. И гребень. Куда мне это все говно девать? Вот. Вот так уже как бы получше видно, да, что здесь нету ни черта. Вот сверху есть. Ну и они не объединены. И... Ой, я назад вернулся. И насколько я знаю, вот вроде бы... Ей! Вроде бы здесь. Ах, так сразу ярко стало. Вроде бы в этом замке. Есть проход. Так. Ой. Я что такое пролагала? Прогрузила, пролагала. Карначи тусуются. Ну, мне на них пофигу. Мы бежим сюда. И, оп, стоять. Вот. Такой спуск. И это все? Ну-ка, секунду. Ну да, это все. Вот, как-то так. Ну, довольно-таки неплохо. Но почему мне не отпускает мысль, что здесь где-то еще что-то есть? Я не знаю. Но если вот так вот просматривать, то здесь ни черташечки, нигде ничего нету. Ну, только те места, где я уже побывал. И все. Так что я в этом плане спокоен. Ну, может, другая постройка. Может, я постройки просто путаю. Все возможно. Погнали дальше. И снова Mountain Cave. Кстати, спуск к ней вот отсюда. Есть, так сказать, более удобный. И смысла в ней только два. Первое — это застройка для PvP, если это тебе, как говорится, нужно. А второе — увидеть снеговиков в арке. Все. Ай, блин. Вот стоит один снеговик. Кстати, он как-нибудь дувается. Не бьется. По крайней мере, я здесь пролетал, я здесь ничего не нашел. И вот второй снеговик в шляпе. Вот, здесь как такового ничего нету. Вроде бы скрытых проходов тоже нету. Вот. Ну, как бы пещера и пещера. Ну, называется пещера, что я могу поделать? Раз назвали пещерой, что ж теперь поделаешь? Да. Ну, погнали дальше. Это случай не то место, где я томил бронтача себе. Смахивает на него. Следующая пещера. Линдбьорн. Ну, допустим. Что у нас здесь? Ну, сгонял на базу, разгрузился, все дела, это понятное дело. Разгрузился и ускоряшку взял. Ой, как прикольно. Деревья в пещере. Блин, она огромная. Классно. Но сначала давай тот маленький закуток глянем. Налево пойдешь, направо пойдешь. А вот что найдешь. Так, ну, нашел здесь руну. Под водой. Вроде как ни черташечки. И медведи. Мать их. Ты чё, в дудошку что ли? Застрял, бедолага. Так. Ну окей. Мне это, оказывается, самый непрокачанный. Пока по базе тусил, увидел, что самым непрокачанным это вот этот. Но пускай будет немножечко под прокачанием. Так, ну а теперь погнали в большую пещеру. Отличненько. Я надеюсь, здесь будет какой-нибудь так-то спуск. Какой-нибудь дроп, мать вашу. Я пока что по-нормальному только один дроп нашел. Ну, не спавнятся они.
Вообще. У меня единственная надежда только на Раптор Клауса. Без шуток. Может дойти до того, что раз по пещерам у меня дроп не спавнится, то я просто буду ждать каждую ночь. То есть врубать ускорялку, скоро это времени, и ждать, пока Раптор Клаус будет лететь и подарки раздавать. Вот без шуток, но по ходу дела мне придется так делать. Это, понятное дело, будет за кадром, это будет очень много на это времени потрачено. Но дропов-то нету! Почему не спавнится ничего? Здесь их вообще не было. Я не рассматриваю пещеры с артефактами. Это просто простые пещеры. То есть, как бы это стоит учитывать. Почему я не рассматриваю пещеры с артефактами? Ну, потому что я их потом буду по отдельности артефакт добывать. Это ж не сейчас я за добычей артефактов пришел. Так, я заблудился. Но факт факом. Здесь ничего нету. Ну, кроме ресурсов. И светлого помещения для застройки. Очень много места для застройки. Ладно, не будем заморачиваться с рунами. Просто будем собирать их, чтобы они были. Ну, хотя бы соточку-то собрать. Чтобы левелапнуть себя. Что там, 5 левелов уже мне дадут, да? Да, за 100 рун 5 левелов дадут. Все, возможно, буду искать, но это не точно. Ладно. Ой, куда я? Погнали дальше. Ну и два непонятных закутка. Предназначение которых вообще непонятно, и почему они называются пещерами, очень сильно непонятны. Так, не здесь, вот здесь-то. Не, не здесь, все-таки внизу. А, ну да, вон там Брекс как раз тусуется. Вот, как бы очень сильно непонятная фигня. Зачем они здесь нужны? Так, рунам. И вот здесь то же самое. Ну, то есть, как бы, ни резов, ничего здесь нету. Типа, маленький домик построить, так сюда и залететь легко. Почему пещера? Вообще не понимаю. Да уж. Ладно, погнали дальше. Следующая пещера. Ну, и здесь место спавна грифонов. Погнали, посмотрим, что у нас здесь. Ну, вот это уже можно назвать пещерой. Я бы даже сказал, нужно назвать пещерой. Это прям пещера. Но вот что-то я не понимаю, что здесь внизу. Это ж тупо вода. Она такая темная, прям непонятно. Но здесь вроде бы ничего такого не должно быть. Ну да, здесь просто тупо маленькая лужица и не более. Приземлился. Красава. Ну, здесь точно никаких скрытых мест не будет. В целом тоже неплохое место под застройку и так далее. Для соло-игрока прям очень даже с запасом будет. И живку какую-никакую разместить, и прорваться сюда вот только через этот мостик, либо через воду. Ну, как бы, то есть варианты тоже есть, это прикольно. Но, блин! Я вообще рассчитывал, какими дропы найти. Не только в пещерах с артефактами. Жопа. Вот это, кстати, тоже пещерой называется. Там, где добывается кератин. Ну ладно, здесь хотя бы кератин. Хоть какой-то толк был от нее. Мы с этой пещерой встречались в первый раз, когда я томил Мишаньку. Так, что у нас дальше? На дальше у нас зеленка идет. Ладно, погнали дальше. Еще одна типа пещера. Прям охрененная пещера. Я бы даже сказал, уже даже бесит это. Кстати, вот всякие текстуры не отображают, вот, вот такие вот постройки на карте не отображаются, как пещера. А вот это говно отображается, как пещера. Ох, это ж прямо даже бесить начинает, честно. Так. Все говно и все в говне, но пройдемся все-таки по вот этим всем сначала, которые отображены на карте. Мать вашу, какой ужас. Составитель ее... Такой себе человек.
Ай. Зато хоть всякое говно могу залутать. Но не это мне нужно. Еще одна пещера. Ну, ладно, это можно назвать еще пещерой. Здесь и вот ресурсы есть, и что-то где-то как-то. Ну, даже сказал бы, здесь нормально, так, ресурсов. Металл, все дела. Так что, ладно. Думал, уже все, задолбался эти координаты выставлять. Здесь выставим также координаты. Все-таки здесь металл добывается хотя бы. Хоть что-то. Уже да получше, чем до этого было. Хм. Прикольно. Здесь целый храм. Выдр. Руна, соответственно. Я только из-за руны в основном и обратил на это внимание. Целый храм и... проход к нему. Прикольно. А вообще, я сюда приперся. Тоже два прохода. Все сюда приперся из-за типа пещеры. 17.90. Не туда, не сюда. Вот туда. На 92. А ладно, это странно. Водопад, есть пещера? Что-то я не вижу здесь никакой пещеры. Может, здесь? Ну, вы поняли. Фух. А не, все-таки вот второй водопад. И сюда влетаем. Здесь уже, да, хоть что-то да похоже на пещеру. Ой, ёб твою за ногу, что ж ты подлагиваешь-то? Да вставай. Свое освещение, все дела, но... Да, опять-таки же для соло-игрока, возможно. Ну, блин, камон! В такие пещеры застраиваются, это... пещера, которая... Точнее, место под базу, обозначены на карте на сайте, да? Вот, вот просто гениально. Гениально в таких местах строится. Там, где все знают о твоем местоположении. Да. Ладно, погнали дальше. Вот это место не сразу найдешь. То есть прям вот не сразу. Здесь такой еще узкий проход. Ну и из плюсов здесь есть освещение. Типа темно, но освещение есть. Ни ресурсов, нифига, то есть на начальном этапе ты здесь точно не добудешь. Скучная пещера, мать вашу. Ну, блин, одно название, короче, что пещера есть, уж на то пошло. Вот прямо одно название. Да, надо будет по постройкам прошвырнуться, которые я знаю, по крайней мере. Хм. А в это место Десмода вообще пройти не может. Етишь тебя, рот. Аж гул стоит от того, как... Ёб твою ж за ногу. Ну, я так скажу. Фу, атмосферненько. Слава богу, это не добывается. Я даже представлять не хочу. Ну, трава, господи, хорошо. Даже представлять не хочу, что бы здесь такого бы добылось, но, блин. Атмосферненько, я не спорю. Да, еще бы выход отсюда найти, вообще было бы красота. А, вот, под осмотром найду. Обалдеть. Ну, слушай, это как минимум смешная пещера. Очень смешная. Блин, клево. Ну, это тоже пещера, блин, не назовешь. То есть я вот оттуда прилетел по прямой и... Ну, здесь металл, все дела. Но пещера ты это не назовешь. Какая гадость. Отвратительно. По подводным пещерам я точно ходить не буду. Пошло оно все нафиг. Хрень полная, если честно. Не, в остальные я даже посещать не хочу. Это Hidden World. Вот единственное, что сейчас нужно будет сходить в постройки. Погнали.
слева сверху вы всегда видите точные координаты, где я нахожусь. Так, я там куда приземлился-то? Отлично. Вот. Погнали. Грузись, пещерка. Что у нас тут? А, тут же я вроде бы был. Или я тут в Солянова был. Но тут, черт побери, очень светло. Тут светло, как днем. В этом, конечно, огроменный кайф. То есть ты, как бы, построившись здесь, уже точно будешь уверен, что у тебя всегда светло, никакого освещения и так далее строить не нужно будет. В чем плюс? А в том, что тебе меньше будет все это дело нагружать комплюхтер твой и твоих друзей, с которыми ты строишься. Очень даже хорошо в этом плане. Ай, ты ж, твою мать. И хоп, и опять темно. Так. Ну и дополнительно здесь несколько линий обороны. Что очень довольно-таки неплохо. Да, больше ничего нету, больше ничего нету. Да. Вроде бы больше я ничего и не видел. Угу. Ну здесь это просто маленькая комнатушечка, которая по факту нафиг не нужна. А что-нибудь еще здесь есть? Но, по крайней мере, так сразу и незаметно. Ладно, погнали к другим постройкам. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что там такое? Лава? Юшкин кот. А вот это даже сыкотно заходить. Ну-ка, секунду. А, ну это смахивает на пещеру с артефактом. Так что... Сюда не сейчас. О, давай, опять прогружайся, чтоб тебя... А где зданица? Где-то было в этом районе зданица с большими воротами. Раптор Клаус! Вот надо будет к нему точно протуситься. Это единственный бардан, который мне поможет по ходу дела с дропом нормальным. Хм. Это же я видел большие ворота. Это не они случаем? И это случаем-то не вход в пещеру с артефактом. Хм. Интересно. Ну, ничего про это не сказано. А это случай мне лабиринт? Хм. Наковальня? Для сбора? Ёб твою ж за ногу! Полимер? Обсидиан? Ну... Прикольно. Но здесь точно не пещера с артефактом? М? Да, там Раптор Клаус скидывает все ресурсы и скидывает. Ёшкин кот. Не-не-не, погоди. Нафиг. Идите. Да чтоб тебя, ты что там, застрял, что ли? Я теперь пытаюсь все добыть. Ну а вдруг? Слушай, ну это прикольно. Да, я такие уже постройки встречал, но прикольно в них построиться. Только они в пещерах находятся, а я в пещерах не люблю сильно строиться. Так, никто не пытается напасть?
Но здесь огромное помещение под застройку. Вот прям без шуток. Очень огромное помещение под застройку. И я видел видосики, как здесь застраиваются. И да. Здесь огромное помещение под застройку. Надо не ничего нету. Так, за какими-нибудь стенками ничего нету. Да, вроде как ничего. О, зеленый обелиск. Ну да, ничего нету. Здесь просто вроде как ничего нету. Будем так вот говорить, потому что я без понятия, что где. Если что-то где-то не нашел, можете в комментариях сказать. Я просто здание просмотрел. Можете в комментариях сказать, типа, вот на такой-то минуте ты не увидел то-то, то-то. Так, ну здесь тоже ресурсы, да, по идее? Или нет? Ну, там металл, все дела, но слишком опасно вот это вот все здесь пытаться добыть. Ладно, погнали. Где там Раптор Клаус? Братан, мне только... Да! Зависло, опять все прогружается. Только он меня спасет. Без шутеек. Вот он. Еще бы, конечно, подарки вот так не застревали. Вообще был бы кайф. Но, увы, подарки так застревают. А, там металлический серп, седло на это, на оленя, мне на него пофигу. Для меня важнее сейчас подарки, в которых будет больше толку. Я надеюсь. Блин, надеюсь, ты-то не застрял? Не, не застрял. Ну, допустим, на ресурсы. Ой, ладно. Такое себе, допустим. И... Ну, как говорится, не сегодня, не завтра, возможно, будет послезавтра. Не фартануло. О, вот еще подарочек. Чего пролетел мимо, не заметил? Не прогружается порой. Ну и один застрял. Да. А ну хотя меч. Меч единственное, что... Единственное, что нормальное, это был меч. Да. Ладно. Ищем дальше. Постройки. Хм. Смотри, какая приколюха. Ни разу... Оп, подожди. Ни разу не видел вот этого. Просто сейчас мимо летел, увидел руну, и там это... А ёб твою ж, а ну-ка опять ты за потолок цепляешься. Да ёб твою ж, чтоб тебе твари калосим. Ты можешь цепляться, не за потолок. Вот я сейчас пытаюсь вниз опустить мышку. Я вот прям тяну вниз. О, спасибо. Какая же ты баганая хрень. Бляха-муха. Спасибо, хоть тут приземлился по-нормальному. Ой. Лучше бы пешком зашел. Так, во-первых, яркость убрать. Статуя зеленой гельмимки. Микрораптор. Здесь даже что-то должно было быть теоретически написано, но... Сами видите, здесь... Квадратики. Да сядь ты уже. Ты нифига себе. Какое прикольное помещение. Додо, Баран, он же Овис, и Сарка. Хе-хе. Овис, конечно, отвратительно выглядит. И какие-то... руны, знаки, артефакты, не знаю.
Но здесь также ни черташечки нету. Так? Или не так? А, галимимка. Да чтоб тебе, тварь, калося. И он цепляется за потолок. Я мышку не могу опустить. Это лучше мне пещера разработчиков. Очень смахивает на пещеру разработчиков. Без шутеек. Здесь прям больше ничего нету. Знаете, типа это разработчики в некоторых играх, практически во всех, любят делать какие-то пасхалки и так далее. И увековечивают там свои фамилии и все в таком духе. И вот это очень смахивает на это. Ну ладно. Здесь, наверное, тоже должны быть какие-то серьезные записи. Но, как видите, увы. Это русская версия, поэтому здесь... ну, то есть какой-то язык, который... Даже не английский, по ходу дела. Здесь подъем наверх. Ну и все получается. И мать его колбасит, а? Прям кошмар колбасил, видели? Ладно. Пещера прикольная. И неожиданная, я бы так сказал. Ладно, погнали к замку около моего дома. Я не помню, есть там что, нет там что. Вот реально, сколько здесь тусил, я ни разу ее не видел. Как бы огромный щит на стене, его сложно не заметить. Так, где... Ну я точно, точно какую-то я структуру не нашел. В каком-то из видосов я видел, структура смахивала... Ну то есть подземная структура смахивала на какой-то лабиринт. Возможно, это связано с артефактом. Я туда еще не заходил, так что не исключено. Ну, здесь тоже ничего нету. Такие вот дела. Туда я не хочу даже пытаться идти. Ну, а что там у нас? Ну, там есть пещерки, да. Это подводная. А, ну это, наверное, с огненными вивернами пещера. А, ну и пещера с артефактом. Ну и остается только подводные пещеры. Я думаю, подводные пещеры мало чем будут отличаться, так сказать, оригинальностью от наземных пещер, по крайней мере, те, которые обозначены. Да. Ладно, посетил их все, успокоил свои мысли о том, ну а вдруг, ну а что? И это самое главное. Давай еще посетим первую пещеру, которую я показывал. Там я знаю, что спавнится артефакт, дроп. Может быть, он заспавнился, вряд ли. Вот, и на этом уже будем заканчивать. Так, только не спеша, чтоб все прогрузилось. Ну, мобы, конечно, заспавнились, а вот лут и дроп нет. Ну, бывает. Но вот реально не заспавнился. То есть здесь даже кристаллы не заспавнились, поэтому, соответственно, конечно, ничего еще и не должно было заспавниться. Домой? Очень долгое видео. Прям безумно долгое видео получилось. И по факту ни о чем получилось, если так подумать. Да, что-то нашел где-то. Это так, пакет же. Но, если честно, вот прям,
Мне не понравилось. Не понравилось, что именно. Ну, как минимум то, что по ходу дела у меня не спавнится. Не спавнится дропы. Ну, это типичная локалка, и чтобы здесь дропы заспавнились, это надо прям не знаю, что сделать. Ну и также мне не понравилось то, что на карте обозначены, да, то есть место под спавн, под пещеру. А там по факту говно какое-то. Ну, в смысле, реально говно какое-то, потому что ты туда заглядываешь, а там просто у меня дом больше, чем эта пещера. Ну, говно какое-то. Вот. Поэтому, так сказать, минусы есть минусы. Карнотавр и... Слушай, вот свитерок. Он же и так маленький. Блин, не, чибик-свитерок выглядит не очень, если честно. Ой. Сквозь текстуру, блин, просматриваю. Это, конечно, да. Ну-ка. Не, он не очень. Все-таки чибики единицы какие-то прям выглядят нормально. Все остальные выглядят уродливо головастыми. Ну, по крайней мере, мне не нравится, это уже главный показатель для меня. Меч единственное, что хорошее залутал. Вот все, что хорошее залутал. Большерогий олень. Да. Прекрасное начало. Прекрасный конец прекрасного начала, скажем так. Ужасные птицы, пистолет. Надо будет все перемолоть и будет уже хорошо. Ресы добуду больше, чем они были. Ну, короче, как-то так. Видео фигня. Все, фигня. Но я не знаю, как добыть еще. То есть, если в дроп не спавнится, тогда как добыть рецепты? Опять-таки же, я играю на карте и не перемещаюсь между картами. Да, то есть, если бы так можно было, господи, переместился и все. Да, на другие карты переместился, у меня там 100% есть седло на гигу. Рецепты и так далее. Но нет. Без трансферов. Одна карта, одна жизнь. Ну, грубо говоря. Такие вот дела. Ну, единственное, на что надеюсь, когда буду ходить за артефактами, я найду все-таки... найду дропы. И они там будут. Хоть какие-то рецепты. Ну, нет, так нет. Буду на хилках возить, и пошло оно все нафиг. Чтобы я еще раз 2 часа тратил на все. Вы час смотрели вот это все, я 2 с лишним часа потратил на съемки. В общем, да, больше я не буду специально где-то что-то искать. Пошло все нафиг. Вот такие я выводы сделал. Ну, а на этом я уже с вами, пожалуй, обращаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не верьте всяким википедиям о том, что там пещера. Там, по факту, может быть просто... гадость. Ну, а на все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добро, всем пока.